Значит так, очередное видео с разделки свиней. Ну, и отрезаем. Так как мы разделаем, да. Отрезаем много. Показывай, Егорыч, где отрезать. Вот тут. Вот там. Там, где гнется, короче. Чуть не попал. А, длинноногая, дело так, что. Особая. Так. Вторую отрезаю. Не особая. Вторая, теперь передняя. Отрезаю. Угу. На меня. Тут жилку перережешь? Это жила, она держит. Так, мы наш. А ну, сейчас я уберу это чепочек. Мы наш не вырезаем, а снимаем сразу под чрево. Под чрево снимаем. Некоторые вырезают там сразу грудину. Мы снимаем целиком, подчеревок целиком, потому что там много мяса, его можно поставить в духовку. Понял. Все. Вот так, сейчас вынимаем. Начинаем вынимать башки, да. Говоришь, проводит мастер-класс. Так, ты поделай мне дырочку, я буду держать. Пошли косточка, там есть грудная такая, и все, да. И дальше вынимаем. Косточку надо пройти. Только ты оберешь. Ту сторону. Оберешь, но только бы ножик острый, чтобы кишки. Он так тупой-тупой по костям, а мясо хорошо идет. Давай, сними сразу вот это, стой. Вот это вот сними сразу. Вырезай как-нибудь там по чуть-чуть, чтобы у меня еще мясо. На, так знаешь, что кишки с мясом, понял? Вот это вот надо мясо снимать. Вот это вот подчерево. Получается, снимается до кишкового жира. Да, да. До внутреннего. До внутреннего. И получается, здесь у нас сало, я сейчас вам покажу. Адидас. Там уже. Все, босса. Снимаем, друзья. Для чего так снимаем? 1, 2, 3, 4.
То есть это не Adidas, это Adidas Plus. То есть 4 прослойки мяса. Это с этого части можно сделать рулет, лишь бы что, то есть пожарить, не важно. Так что так. Даже следующим делом держу тут. Вырезаем грудину. Вот так надо резать, вот так, чтобы кишки не порезать. Под ребро. Вот так, да? Теперь это. Вот так. А теперь уламываем я. Все. Все, все. Выбираем кровь. Выбираем сейчас кровь. Значит, для того, чтобы выбрать кровь. Смотри, как разлила. Нет, я разлила. Значит, для того, чтобы выбрать кровь, стелим тряпочку, чтобы не замазать сало. Сало, да. Грудину сразу водичку помещаем, чтобы кровь вымочить. Кружечку, ведерко. И выбираем. Вытекло на нас ведро крови. Вытекло много крови, да, кстати. Еще есть. Вон, универсальный. 6 литров. Стабильно. Заливаем водой. Пополоскать. Здесь и моем, да. Если залить водой, то кровь, которая осталась, она туда не схватывается к мясу. Не держится на это, она туда бездействует. Если не залить кровь, туда держится. А так у нас свободно. Все, выбираем. Значит, следующий шаг. Режем голову. Тут где-то чашечка. Вот. Мужик хороший. Так, идем мывать. Чтобы достать кишки. Да, тоже не достанешь. Здесь единственное место, где можно рубнуть, можно в принципе ножом прорезать. Но... Все. Так. Вот так. Никто не надо. Посредине почему? И вынимаем вместе с этим. Что? Помнишь как? Вот так, значит. Делается все. Значит, для простоты разделки отделяется мясо. Отделяется мясо. Вот, аккуратно, не спеши. Вот жира. Не, оно по чуть-чуть, оно бы чуть-чуть отделяется. Она тоненькая здесь, не, она сейчас отсюда вот. А вот. Мне так неудобно, а ну как я стану. Ты держи здесь, а я отсюда вот. Да я отсюда держу. Вот, значит. Берем рукой. Вот так. А я отсюда. Подавай. Опа. Вот так. Значит, этот жир выходит вместе с почкой. Ну, иногда без. В основном с почкой. Вот здесь нарезать надо. Ножичек подай, сына. Здесь вот это. Еще вот здесь. Стоп. Вот так. Оп. Вот так. Бежи. О! Значит, это
Внутренний жир. Держи. Значит, вторая сторона так само. Вот здесь. Подожди, желчь. Стой, я сейчас, значит, держи это. Положи нож. Вот так, значит. Вот. Это. Кишковый жир. У нее мало его, кстати. Нет, все. Ну, внутренний. Здорово, называется здорово. Внутренний жир, это на кишке. Внутренняя кишка, да. Вырезание здесь. Так, стоять. Вот так. И почка вытянулась. Нет, почка не вытянулась. Еще одна половинка кишкового. Внутреннего, не кишкового, а внутреннего. Нажаться. Так. Дальше идет на очереди. Подожди, нет, это не так. Это надо отрезать, мясо оставить. Мясо не режь. Вот так вот. И здесь. Так вот. Хорош. На очереди, значит, кишки у нас. Да, ну догони мушку. Ты понимаешь, Лянь. Ладно. Держи. Ты просто держи, я вот. Нет, давай. Берем просто, секунду, держи, надо нарезать будет. Лишь там кишка, аккуратно. Тихо. Вот и вытаскиваем. Тихо. Ну, вырезание. Сейчас, секунду, вот здесь жила, ага. О, она держит. И вторая жила. Все. И он. Все. Кишки убрали. Так, кишки убрали, вешаем на бок. Значит, сам проход. Сюда заливаем сразу водичку. Не оставляй на желудке. Значит, это на очереди у нас печенка. Печенка, сердце и легкие. Сердце и легкие, значит. Забираем. Забираем сейчас эту. Желчь. Желчь забираем. Вот, значит. Вот желчь. Отсюда вырезаем. Отсюда начинаем с самого верха. Все, тяни. Вот тебе желчь. Мы сейчас сядем. Значит, печень в мисочку. И печень идет сразу на кухню. Значит, еще одна печеночка. Это индикатор того, как мы кормили свинку. Когда будет жарим свеженину, будем жарить, я вам покажу. Все, заливаем. Внутренностью водой. Потом будем перебирать, когда разберем свинку. Значит, друзья, что идет на свеженину? Что едят на свежину? Едят на свежину какое мясо? Вот это мясо, вот. Филе. Филе, две филеечки. Они маленькие, их не хватает. Тогда добавляем 140. Потому что я еще покажу, какое мясо мягкое, какое нет. Око. Вырезка, которая белое мясо, она очень жесткая, она без прослоек. Сало. А сокорока должно быть темное мясо, вот такого цвета. Это мясо мягкое будет. Это то, что едят на свежину. Оно самое мягкое. Так, вот. Следующий этап, это снимаем сало. Сейчас мы на кухню выдадим вырезочку. Аккуратно.
часом снимать? Нет, в щадящем режиме. Так, начинаем с бока так и полосочкой снимаем, значит, сало с ребер. Это то, которое самое вкусное. Ниже. Вот это где-то опусти чуть. Все, хорошо, давай. Значит, забираем ноги, сняли полоску сала с одной стороны. Снимаем теперь ноги. Лопатка. Это лопатка. Значит, для тех, кто говорит, что окорок весил 20 килограмм со свиньи, 120 килограмм, то он весит вот сейчас 6-7 килограмм. Это лопатка. Это лопатка, ну не важно, мы свесим. Значит, это окорок. Снимаем окорок. Нет, тут его вот, нет, все, ладно, ложу. Вот так. Это же бодонировано, понимаешь? Вот, нашли чашечку. Там здесь есть чашечка. Он попал. Все. Раз. Опа. И все. О, лопатка дыма. Это окорок. Ваш окорок. 10 килограмм. Не 10, у него килограмм 8. Может 7. Значит, друзья, пора хозяек отправлять на кухню. На кухню. О, значит. Почему это мясо дорогое? Потому что его со 40-килограммовой свиньи. Вот одна. Вот вторая филеечка. То есть, ну, возможно, не совсем аккуратно там вынятая. Но вот, это две филеечки. Это то, что кушают на свежину. Здесь, ну, 700 грамм. Значит, таким образом снимаем вторую половину. Значит, одну половину сняли, половинка лежит. Значит, снимаем вот эту половину сала, вынимаем окорока и снимаем ребра. Все, то есть, я думаю, тут ничего хитрого, свинья разобрана. Разобрать, не выкормить. Все. На этом все. Всем удачи, ставим лайки. Значит, вот что остается от свиньи. Значит, забрали ребра, забрали эти. Сейчас разрезаем полоску. Либо в рулон сматываем, да. Разрезаем полосочку. И все.